Здравствуйте, друзья! Сегодня нам интервью дает Саша. И Саша буквально на днях рассказывала о том, что она собирается протестировать факт существования Деда Мороза. Я правильно рассказываю? Мы ходили на елку, и ты там говорила, что вот ты не уверена, есть Дед Мороз, нету. Ты как-то хотела его протестировать. Рассказывай, чего получилось? Ну, я попросила куклу, которую я потеряла, и он куклу принес Лего. С новой Лего коробка с подводной принцессой. Я что-то не понял. Ты потеряла Рапунцель, да? Когда? Да. Ну. Он принес вместе с коробкой, там, где Лего. И Эриэл, это вот подводная принцесса. Послушай, Рапунцель тебе дали или нет? Дали. Так, то есть тебе на самом деле дали Рапунцель и еще какой-то бонус. Угу. В виде, значит, чего-то. Так о чем это говорит? Как ты это интерпретировать будешь? Не знаю, потому что, ну, не знаю. Подожди, надо было понять, Дед Мороз это реальность или это мама и папа? Ты так говорила. Да. Ну? Не получилось определить. Ты написала письмо Деду Морозу, да? Куда ты его? Да, он ответил. Ты положила его под елочку. Да, но я записала за сестру, и он принес что-то совсем другое. Ты написала два письма? Да. Один для меня, и один за сестру, но он совсем другое принес для сестры. То есть ты просила для сестры какой подарок? Мягкую игрушку поросенка, а если не получилось, мне чуть-чуть ты дала ему возможность один или другой, говоришь, если да, такого. Другой я чуть-чуть как-то странно сказала. Я сказал не настоящий двигающий крокодил. Не, ну естественно, ты же не будешь крокодила живого-то ребенку. Понятно, да, что игрушечный. Но он совсем другое дал. Объясни мне, солнышко, а зачем маленькой Наташе крокодил двигающийся? Не знаю, мне просто пришло, я думала, это было бы смешно. Я думаю, знаешь что? Я думаю, что, наверное, Наташа, может быть, ей чего-то еще хочется самой, она, может быть, не сказала тебе, поэтому оно в письмо к Деду Морозу не попало. Но Дед Мороз, может быть, он больше доверял самой Наташе, чем твоему письму. Он же понимал, что это пишет не Наташа, а ты. И он так у нее спросил так, энергетически. Ну как? Он же умеет мысли читать? Нет. Как же волшебные? Все равно, даже волшебники не умеют это мысли читать. Только если какой-то лед-мисы, который... Что подарили в итоге Наташе? Какую-то лягушку, там, где если мячик в рот давать, она катится вниз, и лягушка поет. Это здорово. Так подожди. А при чем тут лягушка, я совсем не понимаю. Я тоже не понимаю. Ты может, потому что лягушка и крокодил вместе живут. Оба резиновые. Как резиновые? Ну, крокодил резиновые делают? Нет. Сашенька, такой вопрос. Что тебе ответили в письме? Что ты написала в письме? Ну, я написала в письме некоторые вопросы и сказала, что я хотела, и что прошлый год он не ответил на вопросы, и не написал обратно. В этот год он написал обратно, и брауни ел, и пил молоко, и банан съел. Стой. Брауни, молоко и банан? Где он? Да, он съел. Ты ему дала? Да. Он съел и выпил. Постой. Ты еще под елкой прямо оставил? Да. А он... вопросы не ответил. Вот почему я думаю, это может папа. Постой, ну письмо-то он тебе написал? Да. Ну, в письме что он написал? Ну, он написал, что я как-то как хорошая девочка, что я Наташа пишу, и что он извиняется, что я... Что он прошлый год мне написал, он куда-то торопился. Очень странно. Так, ну хорошо. Ну, а я думаю, что это папа, потому что, во-первых, ну, там было не совсем красиво написано. Я думаю, это специально родители, может быть, сделали, чтобы выглядело как Дед Мороз. Слушай, ну папа уже не стал бы брауни кушать и молоко пить. Да. Ночью-то. То зачем же ему? Ну, чтобы
что вы думали, что это был Дед Мороз. А, то есть это какая-то подстава такая? Да. Угу. Ну хорошо, скажи мне так, в целом, праздник так нормально прошел, ты довольна? Да. Ну, а хорошо, если бы каждый месяц вот так, такой праздник был? Не знаю. Ну, хорошо, ладненько. Какой у нас ближайший праздник теперь? Новый год. Так, а Новый год тоже подарки и Дед Мороз, или как-то иначе? Вообще-то мне мама сказала, что мы подарки будем открывать все один каждый день до Нового года. А, у вас есть много подарков? Ага, ты должен посмотреть на нашу елку. Я видел. Но у нас меньше теперь, но у нас все равно много. А еще Таня, няня, оставила 5 подарков для всех. Понял, каждому по подарку. Угу. Понял. Ну хорошо, ладно, Сашенька, спасибо тебе. Значит, я желаю, чтобы ты к следующему Новому году уже определилась с истинностью Деда Мороза. Мне надо что еще надумать, как что-то привязать к елке, которая Дед Мороз хочет, и делать сломанную лампочку, чтобы Дед Мороз хотел. Еще нет. Скажи мне, пожалуйста, дети в школе, которые с тобой учатся, что говорят по поводу Деда Мороза и Снегурочки? Я их не спрятала. Я их не спрашивала, но в английске нет Снегурочки. Есть только миссис Клосс. Супруга. Это как бы бабушка получается. Дед Мороз и Баба Мороз. Бабушка Мороз. Да. Дедушка Мороз. Ну хорошо. Что дети говорят по поводу Санта-Клауса? Что он есть или это все родители? Я не знаю. Я их не спрашиваю. Учителя что говорят? Ну, я их не спрашивала, откуда мне знать. То есть нет таких обсуждений? Нет. А что вообще дети обсуждают в школе? Есть обсуждения? Они что-то обсуждают? Я же не слушаю, откуда мне знать. Ну ты с девочками что-то обсуждаешь так? Вы болтаете там? Ну, да, но я не могу как сказать. Мы же каждый день что-то другое делаем. И вообще, я только с одной девочкой болтаю. А с остальными просто дружишь? Нет. Окей. Okay. У тебя одна такая душевная подружка, с которой ты обо всем болтаешь. Да? Можно сказать, что да. Как зовут ты ее? Саммер. Я помню, маленькая такая. Она не совсем и маленькая. Угу. Росточком небольшая такая. Нет, она почти как я. О. Значит, тогда а кто был маленький, когда была совсем маленькая девочка? Ну что ты имеешь в виду? Просто. Не понимаю, но у нас есть очень короткая девочка. Последний раз я проверяла, и она на мне вот так. Да. А это как зовут? Мия. Мия. Ну, хорошо, Сашенька. Значит, давай я тебе пожелаю хорошего Нового года. Помашем ручкой и всем скажем с Новым годом. С Новым годом.